шляпа, судьбе не расшибем, мерси Богу. Мерси Богу. Мерси Богу. Здравствуйте, наши вторые мамы. Клянемся мы, коль час настал, праздник принеси в наш зал. Но вначале вас, ребят, сейчас представим мы себя. Я Арамис. А я Атос. А где наш вообще друг Портос? Эгегей. Вот, друзья, прибыл я. Этот праздник славный. Ну как же мог я не прийти, ведь этот праздник главный. Деритесь там, где это можно. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Это девиз героев сегодняшнего праздника. Но не бойтесь, на самом деле, наши герои очень милые. Итак, школа, ранняя весна. И не важно, какого года происходят эти события. По мотивам романа «Дюма», «Три мушкетера». Месяц март, месяц радостный, ясный. Милые дамы, как вы прекрасны! Кто нарядом красив, кто собою. Большинство же красивы душою. Каждый из вас солнце кусочек. И сейчас говорим, мы вас любим всех очень! С радостным волнением в этот светлый час, дорогие наши, добрые, хорошие! С днем 8 марта! С праздником весенним! Поздравляем вас! Даря вам всем красивых номеров в букет! Прекрасные дамы! Мы начинаем наш концерт! Молодой и богатый парень по имени Д'Артаньян хотел поступить на службу королю. Он мечтал стать мушкетером. После посещения капитана мушкетеров де Тревилля, который написал рекомендательное письмо, принять шевалье Д'Артаньяна мушкетером в рот у короля. Каналья! Вот, извините, извините. Очень спешу, очень спешу, извините. Сударь, вы невежа, сразу видно, вы приехали издалека. Тысяча чертей, сударь, глаза вы что ли дома забыли? Когда Д'Артаньян выходил от Д'Артревилля, он столкнулся с тремя мушкетерами. С каждым из них у него вышла случайная ссора, и поэтому были назначены три дуэли. Я к вашим услугам, сударь. Вот мы, секунданты. Позвольте, сударь, но у вас с нами тоже назначена дуэль. Ну, только через полчаса, сударь. И со мной тоже назначена дуэль. Но только через час. Ну что ж, тогда начнем. О, тысяча чертей! Гвардейцы кардинала! Их много, а нас только трое! Милость вы, государь, испытайте меня! И клянусь вам честью, я не уйду с этого места до конца сражения! Опять скрипит потертое седло.
и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем бегу. Красавице и куку счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси Богу. Судьбе не раз шепнем. Судьбе шепнем. Помиловать, казнить, казнить, помиловать. Все, все, надоело, хватит. Нужно писать прошение королю. Так. Прошу расставить гвардейцев у всех ворот и дверей королевства школы номер 8. Праздник начнется примерно через час. Ни один человек не должен незамеченным проникнуть в здание. Особенно меня беспокоят четверо молодых мушкетеров, трое из которых капитана де Тревилья. У главного входа останусь я сам. Не беспокойтесь, милые дамы. Ни одна мышь не проскользнет мимо кардинала. И у меня вот на носу 8 марта. А кто будет заниматься подготовкой? Это ваши проблемы. А если у вас что-то на носу, обратитесь к школьной медсестре. Мне не безразлично, что о нас подумают другие королевства. Сейчас пропагандируем здоровый образ жизни и культуру общения. Это стильно. Это модно, это актуально, это полезно. Ваше Величество, ну, Ваше Величество, ну, дайте передышечку, ну, хоть чуть-чуть. Что я вам? Ничего себе, Величество. Делаю назло? Заставляйте худеть перед праздником меня, самого короля. Я так себя ругаю, говорю, не ешь, худей. Ты подкинь мне, дорогая, пару свеженьких идей. Что сказать тебе, подруга, только не переживай. Заводи быстрее друга и вперед давай, давай. Не кидайся в стены тортом, занимайся лучше спортом. Похудеешь быстро вновь. Это будет очень круто, так влюбляться и худеть. И обедать лишь грейпфрутом, а на ужин песни петь. Посмотри, кто ходит рядом, сколько толстеньких вокруг, а каким голодным взглядом смотрит на тебя.
тебя твой друг. Не кидайся в стены тортом, занимайся лучше спортом. И любовь, похудеешь быстро вновь. Легкий пост на две недели, чтоб потом все обалдели. И любовь, 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 похудеешь быстро вновь. Но прежде главная мода – мода в одежде. Предлагаем вам последний писк моды. Костюм для любой погоды. Такого не видел еще никто. Карден и Зайцев, Шанель и Диор. В знак моего уважения мы объявляем королевский праздник в честь всех женщин и 8 марта. Тем более, мы очень красивые, и очень даже модны, и очень хотим подарков. Правда же, милые дамы? В честь моего уважения хочу подарить вам алмазное подвеску. Ты в курсе, что ты в моем вкусе. Пускай не все гладко, зато с тобой сладко. Я знаю, ты в курсе, что ты в моем вкусе. У нас с тобой лично все будет отлично. Идите же, ремонт! Позвольте вашу руку на прощание.
все живое вокруг раскрывается и расцветает. Поздравляю я всех и копили пусть душу радости вновь наполняю. С 8 марта, с весной я желаю всем вам много радости, дружбы и света, и пусть только хорошее в жизни у вас, чтоб душа была счастья все время. Когда смотрю со сцены зал, то вижу в полумраке зыбком и восхищенные глаза, и чью-то добрую улыбку. Это вы мне? Да, вам. Как зовут вас? Что за милое создание? Констанция. Это я. Констанция. Вы должны быть осторожны. Вокруг шпионы кардиналов. Не переживайте, Констанция. Я хорошо владею шпагой. Тем более у меня есть друзья-мушкетеры. Это вы должны быть осторожны. А? Не переживайте, Констанция. Все будет хорошо. Хорошо, Д'Артаньян, но как я узнаю, что об вас известно? Я сообщу об этом. Ждите от меня вестей. Хорошо, Д'Артаньян, я буду ждать вас. Берегите себя. Я не могу останавливать время. Я не могу поворачивать реки. Я не мечтаю быть понятой всеми. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильнее истинной любви. И она во мне дышит, и она летать сможет, ее ничем не остановить. Люди, любите друг друга, не сжигайте мосты, обнимайте, обнимайте. Теплоты. Люди, любите друг друга вместе и до конца. Открывайте, открывайте двери сердца. Я не умею угадывать мысли и уже точно не стану иною. Но я хочу, чтобы счастливы были люди, которые Нет, для вас
поручение. Поезжайте и разузнайте, действительно ли подвески находятся у герцога. Как это сделать, придумайте сами. Хорошо, ваше преосвященство. Я проникну в замок герцога Бекингема, и если подвески у него, я смогу их похитить. Я очень ценю это. Я надеюсь на это. Поезжайте, герцогу, похитите часть подвесок. Докажите свою преданность мне. Хорошо, ваше преосвященство. Я немедленно собираюсь в дорогу. Я красивая, но ужасная, я безвредная, но опасная, очень смелая, но трусливая, я несчастная, но счастливая, я холодная, но очень жгучая, молчаливая. Я блондинка такая вся, черно-рыжая. И я не я, когда люблю. Я довольна собой, да, я довольна собой. Мне не надо другой, не такой, никакой. Мне бы вдаль от земли, мне куда облака. Я пока еще не понимаю, куда. Как мне бедной прожить, если бедная я, но богатая? Я красивая, но ужасная. Я безвредная, но опасная. Очень смелая, но трусливая. Я несчастная, но счастливая. И я пойму, почему слушать вас я вдруг должна. Вы не король, ваша роль мне не ясна. Ваше величество, да я не король, как бы здесь. Просто бестактный нахал. Обиднее слов не слыхать.
танец подходит к концу. Ха-ха, боже мой, значит, будет другой. Да, другой, но, увы, это не вы. И он такой, как все мужчины. Надежды никакой, и вижу я такой. Вокруг одну вражду под маски лести. Королева вас ждет 10 дней. Ждите вы это право, вернее. Королева одна, жертвословной молвы. Помогите же, юный мой ле. Я уйду и вернусь, как величие мне вы. Я не знаю других королев. Да я судьбу вам веряю свою. Я вам слово гасконца даю. Станьте голубем почты. Не найдете вы крыльев, верней. Королева одна, жертвословной молвы. Помогите же, юный мой лев. Я уйду, вернусь, как величие мне вы.
Я не знаю других королев. На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу, есть друзья, но слава Богу, есть друзья, и слава Богу, у друзей есть друзья. Вы должны немедленно отправляться в путь. Это большая тайна, господа, но я доверяюсь вам. Королева по неосторожности дала подвески герцогу Бекингему, но кардинал прознал об этом и посоветовал королю устроить праздник, на котором королева должны быть в тех самых подвесках. На карту поставлена честь королевы, и только мы можем ее спасти. Тогда вперед! Один за всех и все за... Мушкетеры короля двою, Швагинок голов в арене. Мой Париж же этот брат, всюду кровь на лицей гали, на браманских кружевах. Если сам вам шпаги дал, я могу остановить, я сплетающий металл. Кровопролитие, 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 кровопролитие. Сейчас вы в этом убедитесь.
будет подвесной, я погибла. Один за всех, все за одного.
творил давно. Но вот придумал на кино, и столько режиссеров влюбилась в мушкетеров. А Распорвалский Арамис, по жизни радостный девиз, повсюду непрестанно звучит теперь с экрана. Придет успех, не бойся ничего. Один за всех и все за одного. Придет успех, не бойся ничего. Один за всех и все за одного. Дюма, отец, отец Дюма, ты всю планету свел с ума. Забудутся не скоро твои три мушкетера. Придет успех, не бойся ничего. Один за всех и все за одного. Придет успех, не бойся ничего. Один за всех и все за одного. Да здравствует королевство 8
прекрасной половине. И сейчас у нас есть хорошая возможность сделать это. Сотни прекрасных глаз направлены в нашу сторону. Все женщины мира достойны внимания. Все женщины мира полны обаяния. Но есть среди женщин особая стать. Тебя, мой учитель, нельзя не узнать. Лицо благородное светит умом. Ты всем и на все отвечаешь добром. Улыбка твоя обаяния полна, но строгость во взгляде любому вреда. Умеешь увлечь, поддержку окажешь на трудном пути. Щедрее души никогда не найдешь, ты жизнь свою каплями нам отдаешь. Все женщины мира полны красоты, но лучше на свете учитель мой. Ты! Дорогие женщины, мы горячо поздравляем вас с праздником! Завтра и послезавтра и через много лет мы будем любить и помнить вас. Только для вас мы живем, для вас стучат наши сердца. Только для вас мы боремся и побеждаем. Только вы знаете, в чем наша сила и наша слабость. И счастье все обрели, кто его достоин. И теперь, ой, люли, щедрое застолье. Вот и сказке конец. Я б так не сказала. Для прекрасных чудес это лишь начало. Сказка нам открыла лишь дверь. Ну, а дальше верь или не верь.